Песня Lost on You LP в моей аранжировке. Люблю я музыку, поэтому у нас сейчас в октябре 1:47 ночи. Я до этого момента делал аранжировку. Здесь у нас барабаны, пианино, бас, бас второй, скрипка, затем вот припев идет вот на скрипке, потом и начало я вот сделал, и там конец вот. Ну сейчас все по порядку. Ну чё, 3, 2, 1, начинаем. Там в оригинале идет свист, я его заменил вот этими двумя звуками. Вот. И начинается куплет. В роли голоса я здесь использовал скрипку. Вот здесь вот она. Голос типа. Начинается припев. Я не знаю слова. Барабаны поменялись. Is I lost on you? Oh, da 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 da. Is I lost on you? Is that lost on you? Затем типа вот. То, что между припевом и куплетом добавим. Да-д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 а. Это то, что нагоняет пафос. Я сделал из звука оркестра вот этот, который сверху я дал. И второй куплет. Как я люблю эту музыку. Я же еще окрасил же все это. Я вот бас зеленым взял, барабаны оранжевыми, пианино какой-то желтый, да, называется. Ну, какой-то черно, нет, темно-желтый сделал, чтобы было красиво. Да-д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 а
И, кстати, бас поменял. Ну, такой та-да-да-да-да-да-да-да-да. Опять бафос. All of things I lost on you. Oh, da-da-da, lost on you. After everything I lost on you, is I lost on you. И конец. Да-да. Да-да.
Вот здесь такой бас сделал, мне кажется, я его... Хотя, хотел сказать, что сделал его такой стильным, хотя это же из оригинала, типа, я копировал. Поэтому группа LP, конечно, все это хорошо сделала. Я это попробовал сделать аранжировку в своем варианте. Да-да. Это типа хор. Да-да-да. Let's raise a glass all to. И конец. Сегодня вышло так. На самом деле, вот сегодня суббота, я должен отдыхать, я должен дома сидеть, я должен спать. Вот, решил сюда зайти в Just Do It и на компьютере попробовать что-то поделать. Мне в голову пришла песня Lost in You. Я много раз об этом уже сказал, типа название Lost in You. И вот такой, почему бы и нет. И вот начал все это делать. Вот как все это вышло. Если отдалим все это, то это выглядит вот так вот. Вообще мне надо научиться цвета вот так делать, чтобы было красиво. На сегодня так. Всем пока. Надеюсь, из меня вырастет нормальный аранжировщик, нормальный музыкант.